В минувшую пятницу, напомню, маршрутка с жителями Гомельской области столкнулась с грузовиком под Николаевым. Погибли 5 человек, 12 получили травмы, и трое до сих пор находятся в медучреждениях Украины. Как нам рассказали в центральной районной больнице Кривоозерска, пострадавший идет на поправку. Не исключено, что в ближайшее время мужчину отправят на лечение в Беларусь. Еще двое находятся в областной больнице Николаева.